Это у нас сумасшедший черри Бори. Огроменные гроны уже перезрели, осыпаются. Как видите, на гроне есть и спелые плоды, и дальше завязываются недозревшие. Эти можно сорвать, эти еще будут расти. Плюс вверху закладывается также новые гроны. Продолжают цвести. Высота куста уже 1,80 м. А вот куст уже на высоту вытянутой руки, где-то 2,20 м. Ну, как видите, цветут, завязывают плоды. Самые верхние гронки уже, видите, 5-6 помидоров. А нижние облеплены. Вы знаете, в октябре тоже будет много этих помидорчиков. Когда другие сорта не плодоносят, эти будут. Вот такой вот сумасшедший черри. Ну вот, смотрите, одна такая большая кисть висит. Тут немерено плодов. Я не считал. Больше 50. Я не срезал, чтобы показать. Ищите на моем сайте фото. Я сфотографируюсь с этой гронкой. Какой-то из этих грон. Вот вообще огроменные. Видите, одна такая большая грона висит. Просто чудо-сорт. Этот кустик маленький, грона завязал. Будем уже собирать их, потому что перезрели. Плотный можно консервировать. Сладкий плод. Вот смотрите. Это все в пыльце с растения. Рука у меня. Не обращайте внимания. Такой вот желто-белый плод с носиком. Отличнейший. По вкусу, видите, много уже осыпалось, валяются. Сейчас мы их все соберем. Сорт захватывает своей красотой. Это урожай 2018 года. Вот и ворот. Все увешано.